праздник к нам приходит. Если снега мы все еще ждем, то с праздничным оформлением проблем нет. В Чебоксарах активно готовятся к Новому году и длинным каникулам. О том, что нового нас ждет в столичных парках в этом зимнем сезоне, в нашем сюжете. В городских парках готовятся к самому любимому празднику детей и взрослых. Подготовка идет самая серьезная. Больших и маленьких любителей собак приглашает Лакреевский лес. В этом году здесь предстоит обширная программа с четвероногими друзьями. 29-го начнутся у нас мероприятия. 29-го большое открытие новогоднее. Будет большая театрализованная программа, которая закончится представлением хасок. То есть мы в этом году решили сделать большое общение наших посетителей с собачками. На протяжении всех новогодних праздников можно будет прокатиться на собачьих упряжках, а также взять в прокат снегоходы и лыжи. Для активного семейного отдыха в парке будет построена одна из самых больших горок в городе. Длина ее поката составит 300 метров. Выбор в пользу ее строительства сделали горожане на портале «Открытый город». Любители льда ждут в парке Николаева. Здесь начали работу два катка. Профессиональные тренеры будут учить горожан кататься на коньках и даже играть в хоккей. В связи с реконструкцией Красной площади главной новогодней площадкой станет парк Амазония. Там оборудуют большой зимний городок с катком, где будет работать школа фигурного катания. Центральный вход в парк украсит новогодняя ель. На территории появятся световые мосты и арки. Дети и взрослые смогут посетить резиденцию Деда Мороза, сделать красочные фотографии. Напомним, что световое оформление парков планируется завершить к 1 декабря, а к 20 декабря закончить строительство снежных объектов. Богдана Дойникова, Республика.